Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Здравствуйте, дорогие зрители канала Петрович на охоте и не только. И мы снова у наших дорогих друзей в магазине «Металл Ружьем». Я Маржо Багенов, Фалька. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о ружьях Фалька от компании Фалька Армс. Недавно мы получили нарезные киплауфы от компании Фалька Армс. Есть такое интересное ружьецо, называется Повертоп. Оно выполнено в калибре 243 Винчестер. Вот так вот ружьецо переламывается. Очень интересное решение. Да. Есть различные варианты исполнения ложек. Орех, софт-тач черный, два варианта оружейного ламината. То есть вот такой вот. А калибры у них такие? 243 Винчестер. Только. Только, да. Два варианта ламинат, зеленоватый, вот такой вот светло-коричневый. Резиновый тыльничек установлен на ламинате. Чем еще интересна моделечка? Ну, мы видим это ружье как ружье-компаньон. Ну, не знаю, правильно его назвать ружье или карабин. Вы уж, пожалуйста, не судите строго. Скажем так, оружие-компаньон, который может сопровождать вас в туристических поездках, на сплавах, на рыбалке и так далее. Смотрите, что интересно в данной конструкции. В данной конструкции есть такое устройство, как шпаншибер. То есть мы можем принудительно нагнетать боевую пружину, произвести выстрел. Если нам это не нужно, расслабляем боевую пружину. То есть данное устройство служит и как предохранитель, и как нагнетатель боевой пружины. То есть достаточно удобная конструкция. Надо только следить, чтобы под ней было чисто. В данном ружье также предусмотрена планочка, да, ластохвост с упором под лапу отдачи. Здесь есть резьба, и в комплекте идет дульное устройство. Такое вот ДТК. Можно использовать глушитель. Нельзя использовать глушитель, это незаконно. А вот различные ДТК, пламя-гасители и другие конструкции. А у нас разве не разрешили еще глушить? Официально глушитель использовать запрещено. Ну как так? Ну я не как бы не. Ну ты же не браконьер. Ты же не браконьер, насколько я знаю, насколько мне известно, ты довольно законопослушный хулиган. Я говорю, поэтому я нарезными как бы в принципе пока что не пользуюсь, у меня их нет. Ну, но может план, быть, пока планах, нет необходимости. Да, планах, конечно, есть. Я осознал, возможно. Сейчас мы померим вес данного изделия. Данное изделие весит 2 килограмма 960 граммов. Кстати, чуть-чуть тяжелее 20-ки, да, получается. Да, ненамного. Но здесь основной вес на казну и ствол. То есть, все-таки это нарезная рабочая. То есть, вот. Вес вот в колодке прям ощущать. Такие игрушки. А так он, да, он достаточно так хорошо сбалансирован. Приятная такая штука в руках. Маленькая такая, удобная. Да. Опять же, можно использовать, когда ты сидишь там на вышке. На вышке. Можно, конечно, и на вышке использовать, поскольку никто не запрещает поставить сюда и прицел ночного видения, и дневной прицел, и коллиматорный, все что угодно. Просто вопрос опыта самого охотника, какой он из себя стрелок. Нет, понимаешь? Ну, обычно на вышке, даже на того же кабана, у тебя не всегда есть второй лист. Нет, ну так я и говорю о том, что тут надо понимать, какой твой опыт и готов ли ты использовать одноствольный вот, подобный. Ну хорошо. Штуцерок назовем его так, да? Ну, да. Не очень правильное определение все-таки. Цена этой красоты. Данное изделие обходится гражданам 123 тысячи рублей. 123, да? Вот за такую вот красоту. Мне кажется,
любителей найдутся. Ну, скажем так, у нас на нашем рынке не так много представлено подобных конструкций. Единственное, мне известно, это, наверное, наш отечественный МП-18. Который появился недавно. ИШ-18 он на рынке. Они же сделали его сейчас нарезной тоже. Нарезные тоже давно, с различными калибрами, под пистолетные патроны в том числе. Вот. Майонихеровские стволы на них. Довольно давно на рынке ежачок. И также он есть в пластике и в других исполнениях, да? Этот вариант нет. Они не делают пластиковых лож, они делают деревянные ложи с покрытием софтач. Два варианта ламината и орех. С покрытием как под черный пластик. Ну да, да, выглядит как черный пластик. Ясно. А у нас еще есть другой вариант. Есть еще интересная вещь. В свете последних изменений правил охоты, которые разрешают охоту на боровую дичь лишь с калибрами 5,6 патронов кольцового воспламенения, то есть 22LF, 22MR. Данное изделие пришло к нам в калибре 22VMR. Вот такой замечательный аппарат. Не знаю, хорошо ли видно зрителям? Это как револьвер. Как револьвер, да. Также переламывается, очень компактно складывается, весит всего 1,7 килограмма. Можно в рюкзаке с собой носить. Можно в рюкзаке, можно в сапоге, кому где удобно. Имеет установленную заводом планку Вибера на штатной ласте, что ли. Тут не очень понятно, что за конструкция крепления. Очень похож на ласт, но... Нет, там не ластоход. На трех этих... Да, он и так установлен, да, торкс. Вот, также имеет резьбу, в комплекте идет дульник. Данное изделие, как видим, круговое, соответственно, не имеет предохранителя, он здесь не нужен. Одностволочка, да, очень интересная такая вещь. А патрон любой подходит? 22 ВМЕ исключительно. Исключительно 22 ВМЕ. Это не мультикалиберное изделие. Также оно в представленном варианте и полностью черное дерево с покрытием Soft Touch у нас в магазине продается. Это вообще не может. Стоимость данного изделия 84 800 рублей. Вот такая прелесть. Многие, кто приходит к нам, считают, что это пневматик. Пневматик? Да. Ну, оцени вес. Да. Так говорю, если сделать пистолетную рукояточку, можно вообще повеселиться. Такая вот красота есть у ребят в этом ружье. И подбивает зрителей к тренингусям. Ни к чему. Очень интересная штука. Ну вот такие вот у нас были карабинчики сегодня на обзоре. Всегда приходите, спрашивайте, Александр вам подскажет, покажет, продемонстрирует. Очень интересные винтовки, ружья. Милости просим? Да. Там гости. Не забывайте писать комментарии, подписываться на канал, ставить лайки. Мы с Сашей всегда читаем, отвечаем. Если я что-то не знаю, я вам даю контакты в комментариях. Если есть какие-то вопросы, ответим. Найдем ответ. Ссылочка на сайте Талружья будет в описании. Как появятся новинки, скоро, наверное, придут еще, да, интересные ружья. Да, ожидается у нас поступление наших любимых ружей Марокко Nexus. В новом исполнении, да, богатым интересным исполнением. Прям уже слюнки текут, я уже видел фотографии готовых изделий. Ну, это вы увидите в следующем видео. Так что не забывайте подписаться. Все, всем здоровья, счастья, до новых встреч.